первый шаг во взрослую жизнь. Теперь эти 14-летние ребята имеют право работать, заводить банковский счет и становиться правообладателями интеллектуальной собственности. В Химках подросткам в торжественной обстановке вручили паспорта. Документ школьникам вручил Александр Дринов. Председатель Совета депутатов пожелал юным химчанам успехов. Это один из главных моментов их жизни. Они получают на руки свидетельство, паспорт, что они являются гражданами великой страны. И вместе с правами получает еще очень серьезную долю ответственности за свои поступки. Сами школьники эту ответственность осознают. Ученица школы номер 14 Полина Ковалева призналась, что сегодня почувствовала себя взрослее. Причем девушка точно знает, что дает получение главного документа. Теперь я могу работать. Я, кстати, действительно хотела начать работать этим летом. Прикольно, что теперь могу самостоятельно деньги зарабатывать без помощи родителей. Церемонию торжественного вручения паспортов в Химках проводят уже третий год. За это время заветный документ получили тысячи школьников.